Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел отчетно-плановое совещание с личным составом Управления внутренних дел по городу Сухум. На совещании присутствовал прокурор столицы Алхас Агумава и заместитель Аля Страбш, заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадва, руководители аппарата Управления внутренних дел. С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за 11 месяцев текущего года выступил начальник УВД Астамур Хагуш. Так, за рассматриваемый период было зарегистрировано 246 преступлений, раскрыто 234, или 95,1%. Из них зарегистрированных тяжких 75, раскрытых тяжких 66, то есть 88%. Отмечу, что несмотря на тот факт, что в текущем периоде по сравнению с предыдущим выросло количество зарегистрированных преступлений на 61 единицу, раскрываемость преступлений увеличилась на 4,3%. Кроме того, сотрудниками УВД большое внимание уделяется профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде и работе с несовершеннолетними. На учете состоит 9 несовершеннолетних лиц, 8 из них, которых из неблагополучных семей, в связи с чем соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города Сухум. Астамур Хагуш доложил также о работе, проведенной подразделениями милиции общественной безопасности, в частности, отделом госавтоинспекции УВД. Сотрудниками УГАИ УВД по городу Сухум ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление, недопущение и пресечение преступлений и административных правонарушений, в ходе чего было выявлено 14 628 нарушений. Хочу отметить, что ежедневно сотрудниками АУР управления проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление и задержание разыскиваемых лиц. Кроме того, сотрудники АУР проводят практически рейдовые мероприятия во всех районах столицы, в результате которых 412 человек привлечено к административной ответственности за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику милиции, распитие спиртных напитков и так далее. Также в ходе рейдовых мероприятий в республиканский наркологический диспансер на свидетельство доставлено 227 человек. Говоря о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, начальник УВД доложил, что таковых за отчетный период выявлено 70. Силами сотрудников УВД пресечена деятельность 5 преступных групп по сбыту наркотических средств. Подводя итоги совещания, министр внутренних дел оценил работу управления на удовлетворительно. Вместе с тем Вальтер Бутба поручил усилить работу в части регистрации обращений граждан. Тут вы отмечаете, что идет рост заявлений. В целом криминогенная ситуация не сильно изменилась, но если рост заявлений, я бы хотел это связать с тем, что люди стали больше нам доверять. Чем больше мы будем регистрировать преступления и проводить некий анализ, мы будем понимать о всех течениях, тенденциях в городе с точки зрения криминального характера. И в этой связи мой вам посыл, а еще, наверное, правильнее будет, я вас всех предупреждаю. Каждое обращение гражданина должно быть зафиксировано. Очень много сигналов поступает со школ. В школах очень много курят электронные сигареты. Я жду в кратчайшее время от вас, непосредственно своему руководителю, а потом и выше к нам, план мероприятий. Нам нужно уже посещать школы совместно с другими сотрудниками. И давайте наводить порядок. Это чужих детей в нашей стране нет. Это все наши дети. С положительной оценкой результатов деятельности сотрудников Управления внутренних дел выступил прокурор города Сухум Алхас Агумава, отметив, что высокие показатели оперативной раскрываемости совершенных преступлений существенно влияют на криминогенную обстановку в столице, на ее улучшение, а качественная работа органов предварительного расследования во взаимодействии с прокуратурой обеспечивает неотъемлемость наказания преступивших закон лиц, что в целом поступательно приводит к правопорядку.